клубнику. Как? Как это происходит? Мира, это что, твоя прелесть? Да. Моя прелесть. Так выглядит самоприкорм. Когда вся одежда потом в еде. И все вокруг тоже. Поползай, я пока умоюсь. Я тебе могу открыть дверь. Да, я тебе покажу игрушечку. Смотри, смотри. А там детская целая с игрушками. Смотри. Давай ползи. Ползи скорее. Кто там? Скорее изучай пространство. Так, у меня есть, возможно, 2 минуты. Снять очки, надеть линзы. Вытрется. Я сейчас, кстати, мажу 2 раза в день специальную мазь лечебную. После похода к косметологу лечу свои комедоны вот здесь и вот здесь. Пока что у меня, кстати, за время лечения стало только хуже, но меня об этом предупреждала косметолог, что так как мы начали мазать специальной мазью, которая буквально вызывает вызревание комедона, они могут начать как бы выходить и выходить в большем количестве. Но это этап лечения. Такая вот красота. 20 минут должна быть сейчас у меня на лице. А, что ты увидела? Вам, кстати, могло показаться, что вот эта штука пшикает, так вот вам не показалось. Это супер вещь в наших санузлах теперь стоит. Аромадиффузор автоматический с датчиком движения. То есть, когда ты заходишь, он пшикает 3 раза и освежает пространство не просто какой-нибудь химозой, а эфирными маслами. Сюда прям вкручивается баночка. Зимой у нас была смесь корицы и кардамона. Это было что-то. Играли в игру, не знаю, как называется. Ева, как называется игра? Не знаю. Короче, вытягивали карту, в ней были задания. Кто был принцессой? Нет, смотри, например. Вот смотри, были задачи. Например, Рапунцель вытягиваешь, она говорит, ты заплела мне косы, я помогу тебе перебраться на 10 клеток вперед. И ты идешь на 10 клеток вперед. А если ты не помогла заплести косы? Мне все уже выпятил, значит, помог. Принцесса Элиза. Мне сразу не понравилось. Опасно вот так засовывать себе кубик в рот. Помоги мне довязать рубашку из крапивы, пропусти ход. Пропустил ход. Смотрите, какая прелесть. Ева посадила травку, она выросла. Это на какой день, Ева? На 5-й день? Угу. Там подгнившие. Погнившие? Ты думаешь, уже подгнившие есть? Да нет. Прикольно. Можно потом оторвать симки, дать ее. Травка мопа. Я надеваю уже. Победил, кто в коридоре наследил. Надо успеть обувь надеть. Ну что, старший ребенок в садике, младший ребенок спит свой первый сон на прогулке с няней. Роли «я мама» и «я жена» отработаны отлично. Теперь вступают в силу роли «я блогер», «я предприниматель». Знаете, что я поняла? Что этот год у меня однозначно год делегирования. Я очень много своих задач отдала на аутсорсинг. И знаете, как истинная дева, я вам говорю, что делегировать порой очень сложно. Я прекрасно это понимаю, но стоит однажды попробовать отпустить некое напряжение, ожидание в чем-то, и в перспективе это обязательно даст классные результаты. Ведь делегируя свои задачи, вы и себя разгружаете, освобождаете себе время для действительно важных, нужных вещей, интересных вам, да, улучшается качество вашей жизни. Так еще и другим людям даете возможность работать над тем, что им нравится. Я в своем делегировании преисполнилась настолько, что многие вопросы решаю с помощью Нейра. Это новый сервис в приложении Яндекс с Алисой.
просто задаю вопрос и за секунду получаю всю информацию в одном ответе. Это круто экономит время, плюс сильно расширяет пространство идей. Смотрите, я вбиваю в поисковую строку запрос, например, как отметить день рождения ребенка 5 лет в Екатеринбурге. Оп, сразу куча интересных вариантов с ссылками на ресурсы. На них можно кликнуть и перейти на нужные сайты. То есть вам больше не нужно сидеть самостоятельно изучать кучу информации, проверять ее на актуальность, выдумывать какие-то велосипеды. Нейра сам проанализирует все доступные ресурсы, отберет релевантные варианты и поделится с вами готовым ответом. Спрашивать можно вообще что угодно. Как ухаживать за кудрявыми волосами, что приготовить на завтрак из яиц, почему трава зеленая. Это особенно оценят мамы почемучек. Больше вас никто не ведет в ступор, потому что нейра знает ответ на этот вопрос. Кстати, можно даже задать вопрос по картинке. Бывает, что видишь что-то, но не помнишь или не знаешь, как это называется. Так вот, можно просто загрузить фото в нейро, задать вопрос, и ответ тут как тут. Так что, если вы вдруг еще не знакомы с нейрой, я очень рекомендую перейти в описание и скачать приложение. Пусть такой помогатор будет всегда рядом с вами. Впервые в жизни я обратилась к стилисту с целью разобрать свой гардероб, с целью, сейчас вам скажу, у меня даже прописано это все, потому что она просила меня анкету заполнить. Цель разбора гардероба — убрать неактуальные, неподходящие вещи, формировать максимальное количество носибельных комплектов, понять, какой тип одежды подходит лично мне по фигуре, по цветотипу. И тут еще есть пункт цель шопинга. У меня цель шопинга — избежать шопинга, потому что вещей дофига. Вот оно наглядно просто. Это вообще адекватный слой. Это просто слой только моих свитеров, толстовок, вот таких кофт. Я, конечно, понимаю, что я живу на Урале, это реально самая носибельная одежда, теплая. Это низ. Весь низ в плане, типа, именно штанов-брюк. Посмотрите, как мало у меня по сравнению с брюками юбок. Их буквально 4. Платьев тоже не очень-то много. Это верх именно топ-футболки. Здесь у меня на полу уже просто не помещалось на кровать. Рубашки, пиджаки. Это попросила меня стилист до встречи с ней сформировать вот такое. Как будто мы только что сюда заехали. Но на самом деле вот эти коробки... Это все либо постельное белье, какие-то полотенца лежат, либо купальники наши. Ну, короче, это не мои вещи. Поэтому как бы мои вещи занимали вот эти все полки. Вот эти висячие. Ну, вот здесь вот два моих ящичка. И там неактуальные вещи, типа короб для беременных. Ну, для беременной меня. Еще короб суперлетних вещей. И здесь у меня есть еще один шкаф. Это как бы тоже он принадлежит мне частично. В общем, отсюда тоже еще несколько платьев. Честно сказать, я в этот шкаф, я просто в него не залажу никогда. Не из-за того, что тут дверь закрыта, а потому что тут платья, наверное. Их я реально ношу очень редко. Еще нужно сейчас мне выложить обувь и все сумки мои. То есть мы будем комплектовать образы прям готовые. Я решила это снять на видео, потому что вы часто меня спрашиваете в целом про мой гардероб, про мою одежду, что откуда, как, если я буду там прибираться, чтобы я это сняла на видео. И тут все вместе. Тут я не просто прибираюсь, я разбираю свой гардероб со стилистом. Я раньше так любила вот эти передачи, типа «Снимите это немедленно» или там «Золушка, перезагрузка», где девушки навязывают, по сути, стилисты свой стиль. Ну, вроде как, они чаще всего были довольны. Но так как это какое-то шоу было, пусть и реалити-шоу, но все равно шоу. Там много по сюжету, много подстроено, много таких эмоций, типа «Как же так? Вы сжигаете мои вещи?» Сжигать мы ничего не будем. Вещи, которые мне не подойдут, я всегда знаю, куда пристроить. Во-первых, предлагаю ближайшим родственникам для начала. А если никому не нужны эти вещи, но они в достаточно хорошем состоянии, я их увожу в пункты приема вещей для переработки, поэтому с этим без проблем. Сложно создать какой-то многослойный образ, сложно комбинировать их. То есть такое ощущение, что у меня в голове одно и то же сочетание всегда. Цвета. Ты брюнетка с зелеными глазами. Тебе можно хоть что надевать. Серьезно? Я тебе серьезно скажу. Ну, я не брюнетка. Ну что, девчата, возвращаюсь к вам спустя 3.5 часа разбора гардероба. Без сил абсолютно. Мне еще это все укладывать назад и принимать решения по некоторым позициям на самом деле. Очень рада тому, что мы добились того, чего я хотела, какие цели мы наметили. Первое, что я поняла. Это то, что у меня дофигища просто вещей. Давайте начнем с этого. У меня просто много вещей. И это мне не нравится, потому что на самом деле я
адепт минимализма. Я не понимаю, как оно накопилось так. Я понимаю, что я их не ношу, все эти вещи. На самом деле, то, что происходит вокруг вас, то и в вашей голове. То есть, если я накапливаю так вещи, так же у меня и в голове много лишнего. 100%. Ну, я это замечаю вообще по всем людям. Для меня вот вещи — это всегда показатель на самом деле. И у меня очень много однотипного. А именно, конечно же, спортивного, такого типа, знаете, удобные костюмы погулять с ребенком — это неплохо. То есть, с одной стороны, я реально нуждаюсь в таких вещах, но не в таком количестве. И не чтобы у меня не было альтернативы. То есть, да, можно погулять с коляской, но при этом можно и другое что-то надеть, когда есть, конечно же, ресурс и желание. Потому что, например, когда у меня был вообще запрос исходящий на стилиста, это был еще ноябрь, я очень хотела. У меня прям было такое чувство, знаете, внутри, что я готова, я хочу. Потом, по ряду причин, заболела сначала стилист, потом я, потом что-то, там какие-то были процедуры, практики, я не знаю, какие-то были проекты, было очень загружено. Было не до этого. И потом был какой-то период, когда вроде я могла, но я чувствовала внутри, что я не имею столько ресурса, потому что важно понимать, это же не просто к тебе пришел стилист домой, хоть как-то, но поработал, да, хоть как-то, но вы что-то сделали. Нет. Это много времени на расхламление, это много времени ресурса на то, чтобы переодеться во все эти образы, их на себе осознать, как бы прочувствовать, подумать, как готов я там попрощаться с этой вещью или нет, а почему у меня вот здесь вот столько скопилось, а как я хочу все это хранить удобно и так далее. Это реально много выборов и много маленьких решений, которые забирают энергию. То есть важно понимать, что когда ты обращаешься к стилисту, тебе нужно для этого внутренний ресурс иметь, чтобы потом все это тоже переварить. Конечно, они и дают ресурс, да, стилисты, вообще все эти процедуры, они 100% дают такой, знаете, глоток свежего воздуха, обновление, что-то такое приятное, но и забирают тоже. Для меня открытие, что я вообще не ношу свои юбки, которые у меня, во-первых, есть, да, кто видел меня в юбке, а во-вторых, что они у меня классные такие, и что я их могу сочетать со столькими вариантами. Я вам здесь ставлю сейчас фотографии образов, которые мы насобирали. То, что я гуляю с ребенком, это не оправдание, так сказать, тому, чтобы колясочку не покатать в юбке. Ну вот серьезно, если так подумать, я же могу под длинную юбку, у меня есть длинная юбка очень, могу надеть термобелье, потому что там типа юбка и дальше идут ботинки, то есть даже не будет видно термобелья. Термобелье, юбка вот эта длинная, теплая курточка, какой-нибудь красивый свитер, и вот я уже в юбке гуляю, коляску катаю. Это другое ощущение, конечно же, себя, это другое чувствование себя, не как в уютном, простом костюме. Хотя костюмы тоже обожаю, и иногда есть такое настроение, когда только костюм и ничего иначе, и вообще отстаньте от меня, просто быстро во что-то одеться и уйти. Еще очень важный вывод, который я сделала, это то, что следующие вещи, которые я захочу купить, во-первых, мне надо очень хорошо подумать, хочу ли я их купить. И прям в голове представить, с чем я могу сочетать, как эта вещь встроится в мой гардероб. И когда я ее куплю, не факт, что я ее оставлю дома. То есть прийти домой, еще раз перемерить, например, со своими вещами. Хочу, чтобы каждая вещь, она была как жемчужинка в моей коллекции, чтобы она была настолько как бы желанной мной, да, чтобы эти вещи мне служили, чтобы я смотрела на свой гардероб, он меня вдохновлял. Потому что я смотрела на свой гардероб, и я видела там 99% к чего-то и 1%, который я постоянно ношу. Так в чем тогда смысл вообще всего этого? Но из того, что прям необходимо купить лично мне, у меня нет кед. И кеды — это, знаете, такая промежуточная обувь между кроссовками, когда вот ты ходишь в апреле уже в целом, да, в мае там ходишь в кроссовках, и еще рано для сандалий, то есть еще рано для такой супер легкой обуви. И нужно что-то текстильное, вот у меня нет кед. Сейчас я все это обмозгую снова, переложу, вот-вот-вот, посмотрите на мои эти свитеры, которые мы уже, кстати, очень много убрали, много-много, правда. Зацените, какая гора вещей, это все, что мы решили отдавать. Ну что, девочки, я с радостью делюсь своими результатами после того, как я все разложила по полочкам. Во-первых, из нововведений у меня появилась такая полка, я все-таки решила, что здесь будет намного удобнее иметь зону для украшений. Возможно, потом я ее сделаю как-то более органично, потому что, видите, как-то сейчас тут пусто, тут, короче, как-то вот разрозненно. Органайзеры мне нравятся, но они именно для этой полки не особо подходят. Но, тем не менее, мне понравилась идея
разместить здесь. Я до этого размещала свои украшения в зоне туалетного столика, но крашусь я далеко не каждый день, а получается, что вспоминаю об украшениях я только тогда, когда крашусь. А вот одеваюсь я каждый день, поэтому логично их расположить здесь и под образ подбирать. И плюс я для удобства сразу же положила сюда несколько резинок, крабиков и бальзам для губ, потому что это то чаще всего, чем я пользуюсь, чтобы это было под рукой здесь. Тем более, что у меня освободилась полочка. Девочки, вставка из будущего. Я сейчас немного покрутила этот тетрис. Оказывается, они идеально, идеально, просто миллиметр в миллиметр влезают только вот в таком вот соотношении. Что здесь из новенького? Отсутствие вещей на посмотрите скольких полках. У меня опустошилась вот эта полка. 2, 3, 4, 5. Ну, можно сказать, 6. И еще 7. Вот здесь тоже были вещи. Здесь очень стало мало вещей. И та-да-да-дам. Просто. Вот здесь не сильно много подубавилось, но здесь осталось. Получается, вот блок футболок, блок рубашек и блок жакетов-пиджаков. Получается, я для себя так визуально определила, что вот эта вся часть у меня на низ направлена. Здесь то, что должно висеть, здесь то, что может лежать. А это все верха. То есть свитеры, лонгсливы. Здесь у меня бокс с домашней одеждой. И из новенького, что у меня появилось, это вот такой ящик, который я, конечно же, обязательно еще подпишу своим принтером, как вот здесь у меня сделано. Видите, здесь носки, носки. А здесь я тоже таким образом разложила топы. Раньше они у меня как раз-таки лежали вот здесь, и я поняла, что это супер неудобно, потому что они как одежда, как вид одежды очень маленькие, очень мелкие, так сказать, и они теряются просто-напросто, и в этой горе я их не вижу. А здесь их видно сверху, их видно по фактуре, по цвету, что я хочу надеть. Наверх я убрала неактуальное по сезону, это очень летние вещи, то есть прям шорты, юбки совсем легкие, 2 бокса для беременности. Это 3 бокса Дениса. Мы сейчас с вами пойдем кое-куда. Будет обзорчик нашего офиса. Вам может показаться странным, почему я так одета, если мы идем с вами в офис, а на улице у нас дубачелло. А потому что мы с вами останемся в этом же доме. Здравствуйте. Я пришла снимать обзор нашего кабинета. Итак, собственно, вот наш коридор. Там вот рабочее место Денишки. У него, кстати, очень крутой стол. У меня не такой. Покажу сейчас мой. У него пневмостол, который еще и стул понтуется. Стол кайфовый тем, что, да, вот так вот можно носочком поднимать его, насколько хочешь, и опускать. Это очень круто для осанки и для разнообразия в целом. То есть ты можешь как стоя вот так поработать. Начнем с того, чтобы снять кроссовки. А теперь зацените мой рабочий стол. Ну, просто, по сути, кухонный. Это барная стойка. Но здесь регулируются вот эти стулья. Мне в целом окей. Я тоже, получается, могу работать и сидя, и стоя. Но у Дениса спина более проблемная, чем у меня, поэтому это стол его. Кухня здесь максимально, вот знаете, я бы так не сделала, но она интересная, тем не менее, в том плане, что она вся белая, но при этом сделано 2 ярких акцента. Это плитка оранжевая и холодильник оранжевый, а еще, кстати, подушечка оранжевая. Ну, прикольно, немножко красок не помешает в жизни. Нам здесь только пить дрипы. Тут Дениска работает, тут мы можем посидеть, полежать, когда устали сидеть за ноутами, телек, который мы никогда не включаем. И там еще одна комната. Здесь я занимаюсь йогой. Я заранее не готовилась и не прибирала здесь, поэтому здесь что-то как-то вот как поставлено, так поставлено. Подушки валяются. Но здесь я, вы знаете, если там поработаю 2 часа, например, за монтажом, я сюда могу прилечь просто отдохнуть. И это еще одна локация, на самом деле, для съемок, потому что прикольный цвет. Прикольный цвет стен. Я бы сама как бы в доме такой не сделала, потому что темновато, но интересно смотрится. Я даже, помните, вот на том фоне снимала видео про восстановление после родов. Такие яркие пуфики. Здесь, кстати, все сделано из Икеи. Вот здесь просто все из Икеи. Офигенный плюс квартиры в том, что это дополнительное место хранения. То есть мы сюда уносим вещи, которые я сплющиваю в вакуумные пакеты. Они, например, малы, вот эти вот уже даже Мире малы, да, то есть это вообще для 3-го ребенка. Малы Мире, малы Еве, и просто вот на хранение, чтобы у нас-то на балконе не хранилось. До этого мы увозили это в деревню, но здесь мне больше нравится хранить и вообще такой вот склад иметь именно под рукой. То есть сюда можно отвезти что-то, что, возможно, даже тебе понадобится, елка, например, вот какая-нибудь через год, да. Тут я еженька занимаюсь. Тут робот-пылесос. Вот эти шкафы,
просто всемогущие до потолка, вмещают в себя очень много всего. Вот мы матрас привезли. Тут еще есть балкончик. На балконе тоже можно что-то хранить. Но на балконе мы летом лучше будем пить кофе. Есть еще комната отдельная для хранения. А, почему так? А, я вспомнила. Это то, что мы отдадим. То есть это даже не надо хранить. Это по пути в садик нужно уносить пакеты в короб доброты. Ну, что-то такое. То есть на переработку, короче, вещи. В общем, что здесь? Здесь стиральная машина, хранение. Всякие тоже ящички со всякими мелочами. Это все нам уже досталось вот в таком виде. Мы, по сути, ничего здесь не меняли, ничего сюда не клали. Стремянка, гладилка. В общем, все, что для жизни людям надо, на самом деле, мы этим всем не пользуемся, потому что здесь мы всего лишь работаем. Ванна. Чуть не забыла. Здесь очень прикольный вот такой светильник, который блестит. Я не знаю, передает ли камера. Надеюсь, передает. Он прям блестящий такой. Все серенькое, все однотонное, кроме наших полотенец. Зеркало прекрасное, шкафчики и душевая кабинка. Для меня, скажу, огромный плюс кабинета в том, что произошло вот некое ментальное разделение работа-дом. У нас изначально планировалось в нашей квартире, вы знаете, место для кабинета, оно у нас как бы есть и в целом продолжает таковым быть. Но, во-первых, он один, да, а нас двое, и мы оба где-то должны работать. До этого кабинета Денис, например, сидел, его рабочее место было там на кухне, на барной стойке или на кухне за кухонным столом. Ну, то есть не то, конечно. И в плане настроя не то, потому что нет такого, что ты вот взял, закрыл дом, закрыл дверь и сказал, все, я работаю. Ну и в плане, конечно, вокруг тебя того, что находится. Да, то есть дома ты отвлекаешься на всякие мелочи, ты видишь какие-нибудь полочки, думаешь, ой, сюда надо вот это заказать, вот здесь надо прибрать, вот здесь вот сюда надо переложить. Ну и, конечно, у нас дома бодрствует вот во время там дневного промежутка времени всего, бодрствует няня с Мирой. Я к ним, получается, хожу, возвращаюсь, кормлю, бодрствую там иногда с Мирой немножко, ухожу обратно. То есть в зависимости от моих дел на каждый день. Иногда я закрываюсь там в спальне, что-то должна подснять, например, и они тогда находятся в детской или в зале, а иногда вот чтобы просто продуктивненько поработать, переключиться и вообще вот как бы не слышать даже детей, да, вот просто мне нужно полтора часа, я ухожу сюда, и, конечно, работается так намного продуктивнее. И классно, что я здесь оставляю ноутбук и жесткий диск, я даже не имею шанса дома поработать, получается. Короче, это просто событие года для меня, для нас в целом, то, что мы сняли кабинет, и то, что это произошло именно в нашем же доме. Сначала у Дениса вообще была идея увеличить площадь нашей квартиры за счет покупки другой квартиры, которая, ну, соседи рядом с нами. И он думал проделать там не дыру, а ход. То есть, типа, сделать одну большую квартиру. Он даже уточнял это с точки зрения разрешение там управляющей компании, но это, конечно же, быстро мы на корню зарубили эту идею, потому что для кабинета нужен как раз-таки отдельный вход, отдельная дверь, отдельное пространство, желательно отдельный этаж, да, чтобы у детей не было, например, даже шанса и возможности вот так вот именно быстро к себе прийти, чтобы это было вот ощущение, мама ушла на работу, папа ушел на работу. И мне нравится просто, что у нас появился выбор. То есть сейчас я могу поработать и в кофейне, если захочу. Могу поработать здесь, если мне нужна тишина, например, мне нужно записать какие-то голосовые или что-то. Я ухожу в эту комнату и знаю, что никто там справа-слева не закричит резко. Если нужно в локации дома что-то снять, я подгадываю под сон там Мира, например, когда никого нет дома. Мы забрали пирожка. Оп-оп-оп, самокат. Ева замерла, правильно, молодец. Видел, да, реакцию? Просто... Куда идем? В это кафе. Там что? Там кто? Котики. Ура! В наряде, все в порядке. Тут всякие игры есть. Даже взрывные котята. Шахматы тут есть. Давай, он вроде не против. Какой котеночек. Он мне больше всех нравится. Да? Почему? Потому что он мне нравится. Настя котик. Вау, замес. О, какая красотка леопардовая. Ева, у нас игрушек миллиард примерно дома. Мы можем Еве покупать эмоции. Мы пришли сюда эмоции покупать. Смотри. Интересно, что ее еще не забрали. Как это? Здесь можно купить котиков? Котик, конечно. Или даже забрать бесплатно.
какая ты красотка. Чесалки всякие есть. Накачат. Игрушечки. Книжечки. Пойдем кого-нибудь игривого найдем, кто бегает. А то вот этот лежит, Алис, Зефирка. Угу. Пойдем кого-нибудь поищем. Naked underground, bitten by a rattlesnake he bought from a traveling circus before it went down. Еву цапнули немножко. Покажи мне. Не цапнули, а куснули. Куснули. Да. Неприятно было? Немножко. Надо было тебе в какой-то кафе костюм кошки взять. Вы меня узнали. Ой. Опять какой-то замес. Это традиция масла с хлебом. Хлеб с маслом. Масляная сестренка. Самолетик. Масло на хлеб. О, смотри, она уже может сидеть на тебя. Пам-пам-пам. Laying half naked underground, bitten by a rattlesnake he bought from a traveling circus before it went down. У нас тут обновление в детской. Мы заказали стеллаж. Вот тут получается под стиль шведской стенки. И выложили все книжечки красиво. Потому что они до этого лежали просто на полке друг на друге, и это не очень хорошо. Их не было видно, и от этого мы меньше читали. А скажи, какие у тебя любимые книжки? «Интимный ликбез». Угу. Все, мы читать из «Патушки». Спокойной ночи. Спокойной ночи.